Здравствуйте, уважаемые жюри. Здравствуйте, зал. Здравствуйте, вас зовут Ксения. Да-да-да. Прочитали в анкете, что у вас очень много деток. Ну, вы многодетная мама. Трое. Ну, слушайте. Старший 9, средний 7 и младшему 3. Вау. Понимаете, вот у девушки трое детей, но она продолжает все равно думать о себе и осмелилась выйти на сцену сегодня. Мне 32 года. Я многодетная мама. Маски! А я не успею! Я сейчас побегу! Пришла я к этому, наверное, еще с детства. Я сказала маме, что когда я вырасту, у меня обязательно будет много детей. Девчонки, я жду вас внизу. Давайте спускайтесь. Хочу поделиться частичкой себя, показать свою душу немножечко, раскрыться. Я хотела выбрать сначала песню немножечко грустную, потому что это история про меня. У детей есть отец, но мы с ним развелись. Но дети меня убедили: мама, ты такая у нас позитивная. Я думаю, в самом деле, что я буду сопли тут разводить? Вот я этим хочу, вот даже позитивной песней хочу донести до людей, как важно, имея какие-то сложности, все равно преодолевать их и быть гордостью для своих детей и для себя. Что и показать самой себе, что я смогла, я это сделала, я преодолела страх, значит, можно идти дальше. И самая ваша главная мотивация — ваши дети. Да, но еще плюс, внутри меня живет моя маленькая мечта. Еще когда мне было лет 6, я на самом деле еще тогда хотела стать певицей. Тогда, Ксения, зажгите эту сцену, кайфаните. И свою маленькую девочку, которая мечтала стать певицей в 6 лет, выпустите сейчас наружу. Мама, давай, жги. Дети здесь? Ура! Они здесь, ребята! Привет, мои хорошие! Люблю вас очень здесь. Сильно! А вы можете выйти к мамочке на сцену? Трое сейчас! А третий где? А где третий? А где третий? Вон третий вышел. Живой! Вот мама! Ура! Все. И девочки! Боже, какая у вас семья красивая! Скажи, пожалуйста, тебе понравилось, как мама выступила? Да, мне очень понравилось. А сестренке? Нравится? Да. А вот младшенькому вашему братику нравится? Тебе понравилось? Да. Отпустишь маму, нет? Нет, эй! Да-да-да-да-да!
Самое главное, мне кажется, Ксения, ваши девочки, ваши принцессы вами гордятся. Они увидели маму на сцене. Да? Гордитесь мамой? Да. Лапочка, боже, у вас потрясающие детки. Мы не хотим вас разлучать. Мы хотим, чтобы вы были вместе. Мы счастливы, что вы пришли к нам на проект. Да? И подарили нам столько тепла, радости. И мы отпускаем вас домой. Вас три нет. Спасибо. Детки, скажите, чья мама самая лучшая на свете? Ася, наша. Наша мама лучше всех.